Говорит Джастин, помощник Санты. Легендарный Рудольф объявил о своем уходе на пенсию. Ты слышала, Хайзел? Это мой шанс доказать, что я не хуже этих выскочек, возомнивших себя царями зверей. Это Эллиот. Давай, Эллиот, шевели копытами! Он маленькая лошадка. Мне кажется, я бы обогнал гепарда. Научись сперва догонять оленя. С большой мечтой. Вот она, узница настоящих оленьих героев. Эй, отбор в ясли был на прошлой неделе, Крапуз. Сдавайся, ты все равно рогами не вышел. Я никогда не сдамся. Мотай на рога. У тебя получится! А малыш-то отжигает. С нами мечтал Александр Олешко. Я сделаю из тебя царя зверей. Счастливого Нового года! Даже маленькая лошадка может стать оленем. Эллиот – самый маленький олень Санты, когда выпадет первый снег.